Крылья за спиной, покорный силуэт и рот закрытый рукой. Так увидел мать, провожающую на фронт своих сыновей, автор проекта Николай Куклев. По его замыслу, скульптура должна быть высотой 3,5 метра и весом почти тонну. Из нескольких вариантов памятника самарской женщине победил именно этот. Художнику предстоит выполнить бронзовый проект в кратчайшие сроки. То, что выполнено на долю женщин того, тех лет, вот они, на мой взгляд, не могли не оставить отпечатка на женщину. То есть им пришлось стать жестче. Где-то в этой скульптуре мы решили это отразить. То есть фрагменты такие, одежды, складки, которые местами даже формируют какую-то броню. Эскиз утвердил председатель Самарской городской думы Александр Фетисов после голосования жителей на сайте Думы и рекомендаций комиссии «Культурная Самара». Проект несет в себе несколько философских концепций, объединенных темой 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Я хочу сказать, что это Сиануб, конечно, являясь скульптурной композиции памятником поколенческой благодарности женщине, то есть там, старшего поколения. Но это в равной степени, на мой взгляд, относится и к матери, и сегодняшней, да, потому что мама воспитывает, готовит человека в жизни, мужчину, женщину, и мать всегда провожает. Провожает и сегодня, да, и ждет. Памятник появится в преддверии Дня города в сквере Родина на улице Победы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.